Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральцы. У нас наступили уже постоянные морозы, то есть температура теперь перестала переходить плюсовой порог, даже днем. И пришло время, конечно, сделать окончательную обрезку винограда. Об этом мы сегодня подробно и поговорим. Давайте немного вспомним, что же мы делали перед этой операцией. Естественно, в наших северных условиях, а это условия Свердловской области, винограду нужно помочь максимально продлить срок его вегетации, чтобы у нас лоза максимально вызрела. И это непростая задача, но с ней мы справились. Что же мы делали? Ну, во-первых, мы сделали предварительную обрезку, уложили все лозы на землю и накрыли их несколькими слоями укрывного материала. Мы укрывали 4 слоя укрывного материала каждый ряд. Плюс ко всему у нас стояло по 2 больших бочки в каждом конце теплицы. Объем бочек 350 литров. И если у вас есть, конечно, больше, то это еще плюсом помогает. Укрывной материал защищал от такого вот резкого перепада температур и от небольшого минуса. А бочки играли роль естественного природного аккумулятора. То есть днем все равно в теплице теплее и вода нагревалась. Ночью она постепенно отдавала тепло, не давала заморозку поразить нашу лозу. Сейчас хочу показать об эффективности бочек, которые стоят, и укрывного материала. Вот если укрывной материал в теплицу уложен несколько рядов, в бочках вода замерзла. Слой такой где-то сантиметра два льда. А укрывной материал сейчас убрал, виноград абсолютно не подмерз. То есть вообще. Сейчас на улице минус 4. Но в теплице, конечно, плюс. А было уже до минус 10 градусов. И вот такие уже морозы стоят, ну, буквально неделю. Виноград не подмерз нисколько. То есть все это время у нас лоза зрела. Но сейчас уже в любом случае передают огромные морозы. Надо делать влагозарядковый полив, надо виноград укрывать. Поэтому сейчас укрывной материал снимаю. Давайте вот с этой стороны покажу, как вышло. Уверен, что тут тоже ничего не замерзло. Но слоев укрывного материала много. То есть тут не один слой, конечно. Ну вот отлично. Ничего не подмерзло. Хотя вода в бочке замерзла. Я говорю, и солидно. 2 сантиметра минимум льда. И на улице, ну, снег, я не знаю, видно или не видно. Кстати, если вам не интересно, как мы это все делали, то у нас есть отдельные ролики, ссылки на которые есть внизу в описании. Также появляется вверху видеоподсказки. Ну и все ролики по виноградарству можно найти в соответствующем плейлисте. Итак, по большому счету, все эти операции нам помогли хорошо подготовить лозу, максимально получить вызревание, жаловаться грех. То есть лоза минимум на метр вызрела, а есть где и на полтора, и на два. Но нам уже столько и не надо. Теперь нам предстоит сделать окончательную обрезку. По большому счету, если вы возьмете классическую формировку, классическую обрезку южных регионов, то она к нам практически не подходит. Почему? Потому что у нас не настолько гарантированные условия, не настолько однозначные зимы. Зима гораздо холоднее. Могут быть очень сильные приморозки, могут быть оттепели. То есть все это влияет на зимовку винограда. В итоге оставить то количество классическое лоз, рукавов и плодовых звеньев, которые описывает литература, к нам вовсе никак не подходит. Мой опыт выращивания винограда в таких условиях показывает, что минимум нужно оставлять двойной запас лозы. Если в южных условиях есть стандартный куст, у которого 4 рукава, и можно оставить на каждом рукаве по 2 лозы, и вы будете на будущий год с максимальным урожаем, то вот эта вот схема к нам абсолютно не подходит. То есть, как минимум, эту цифру нужно увеличивать на 2. Вообще, моя практика показывает, что 3, а иной раз даже 4 раза, это вполне приемлемая цифра для наших условий. По большому счету, на двухплоскостной шпалере для нашего региона можно смело оставлять
8 рукавов, и на каждом рукаве от 2 до 4 плодовых стрелок. Часть лозы вымрет, часть лозы не перезимует, но в любом случае классическую схему мы из оставшихся почек сформировать сможем. Получить максимальный возможный в наших условиях урожай. Это дает определенную гарантию. Мой опыт выращивания винограда в северных условиях показывает, с молодыми кустами тут вообще ни о какой особой такой формировке речи не идет, потому что вы обрезаете все, что у вас не вызрело, оставляете все, что вызрело, а на следующий год уж побегами и гроздями вы отнормируете без проблем. Нарастить 8 рукавов у вас получится только на 4-5 год выращивания винограда. Раньше 8 рукавов все равно не получится. В наших северных условиях это очень сложно сделать. То есть до 4-5 года выращивания винограда можно оставлять практически всю вызревшую лозу. Естественно, конечно, стремиться к тому, чтобы у вас все-таки получилось 8 рукавов, и на каждом рукаве получилось от 2 до 4 плодовых стрелок. Если у вас эта схема получается, то проблем никаких нет. Опять же, вы должны понимать, что вот классической формировки, даже то, что я вам сказал, оставить 8 рукавов, и на каждом рукаве оставить от 2 до 4 побегов, на практике, как правило, ничего подобного не выйдет. Даже после 5, 6, а иной раз даже 7 лет, вот этой схемы добиться не всегда удается. Вот этому кусту получается уже более 8 лет. Но если посмотреть, до сих пор на нем 1, 2, 3, 4. 4 основных рукава. Ну и есть, конечно, вот такие вот дополнительные рукава. Опять же, это для того, чтобы не потерять урожай, чтобы получить максимальное количество плодовых стрелок весной. Конечно, тут ни о какой классической формировке речи не идет. По рукавам, как бы я ни пытался сформировать, довести до 8 нормальных, таких вот солидных, вот таких вот старых, скажем так, рукавов, в связи, опять же, с местными условиями не получается. Но по крайней мере, с точки зрения плодовых стрелок, а это побеги этого года, которые у нас вызрели, и которые пойдут на следующий год на плодоношение. Естественно, только с помощью вот этих плодовых стрелок, плодовых побегов, я могу довести нормировку данного куста до нужного уровня. У нас по классике, как я вам говорил, нужно оставить 8 рукавов, но у меня этого количества нет. На каждом рукаве, я говорил, от 2 до 4 побегов. Возьмем сразу же максимальную цифру, то есть 4. 8 на 4 это у нас 32 побега. То есть по большому счету рукавов может быть и не столько, и не 8, но 32 плодовых стрелки вам на будущий год для получения максимального урожая нужно оставить. Если же взять минимальное число, это 8 рукавов умножить на 2 на 2 плодовых стрелки, это получается 16. То есть от 16 до 32 побегов вам в любом случае можно смело оставлять. Я оставлял, опять же, на каждом рукаве от 2 до 4 побегов. Где-то чуть-чуть больше оставил, где-то меньше. Смотрел, как у меня лозы будут располагаться потом на шпалере. Оставил плодовых стрелок примерно равномерно. И если вы возьмете, сейчас сделайте стоп-кадр, посчитаете количество плодовых побегов на следующий год, плодовых стрелок, то эта цифра как раз и получится. В этот куст я элементарно просто-напросто обрезал всю невызревшую лозу, всю умершую лозу, плюс все старые рукава, которые по той или иной причине не так развивались. И все. Больше тут никакой обрезки особой и не требуется. И вот каждый год я замечаю такую ситуацию. Если я начинаю считать по побегам, то оставить лишь только хорошие такие сильные побеги и рукава, я спокойно вписываюсь именно по побегам в цифру от 16 до 32. Особо какой-то вот формировки после этого я ни разу не заметил. И ее и не требуется. А с таким количеством плодовых стрелок, даже если у нас половина из них не перезимует, мы в любом случае получим нормальный урожай. Перезимуют все, расстраиваться не надо. Отмермируем без проблем весной побегами. Причем побеги расположим идеально по шпалере. Через 15-20 сантиметров, чтобы и загущения не было, с одной стороны. С другой стороны, не были они уж слишком редкие. И мы максимально эффективно могли использовать площадь нашей теплицы. Сейчас я вам показываю старую теплицу, в которой я в первую очередь высаживал кусты. Кусты здесь все уже, ну, от 8 лет. И по большому счету достаточно такие старые. То есть
самый молодой куст это 3 года, конечно, тут были перепосадка. Но в основном старые кусты, если посмотреть, как раз с максимальной формировкой, с максимальным количеством рукавов, с максимальным количеством лозы и плодовых стрелок. И по большому счету, действительно, убрав всю невызревшую лозу, всю мертвую лозу, всю недоразвитую лозу, та, которая неправильно вырастет, которая неправильно сформировалась, я получил уже идеальную формировку. Получается, обрезка на самом деле очень простая, никаких тут супер замудренных схем нету, все гениальное просто. И вы на следующий год будете гарантированно с урожаем. Ну а теперь, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, поделитесь своим опытом, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый видеоролик. Успехов вам и до новых встреч!